В Уральске выбрали самую красивую девушку. Ежегодный конкурс красоты прошел во Дворце искусств «Атамекен». В нем приняли участие 7 представительниц прекрасного пола, от старшеклассниц до молодых специалистов. Чтобы получить корону победительницы, девушкам пришлось пройти отборочный кастинг. Далее демонстрировать свои таланты на сцене, чтобы их по достоинству оценили члены жюри. Конкурс красоты всегда проходит красочно. Желающих принять в нем участие хоть отбавляй, но до финала доходят не все. Ведь нужно быть не просто красивой внешне, но и показать свой внутренний мир. Безусловно, все конкурсантки достойные и очень талантливые. Они смогли показать, что разносторонние и достаточно умны. К сожалению, в этом году у нас мало, 7 всего, но какие участницы, все мы очень талантливые, все прям достойны короны. Я пришла как почетный гость, то есть специальный гость. Я сама участвовала в конкурсе «Мисс Москва». И сегодня пришла поддержать наших уральских девушек, потому что это самый важный, так скажем, конкурс. И хочу пожелать всем удачи. Участницы прошлогоднего конкурса отмечают, что такие мероприятия позволяют быть увереннее и не бояться идти к своей цели. Я участвовала в прошлом году, заняв 2-е место. Конечно, было волнительно. Переживали все, все поддерживали друг друга. Я, наверное, стала более увереннее в себе. Я продолжила свою жизнь в моделинге, начала работать в этой сфере и развиваться в дальнейшем. Однако корона победительницы всего одна, и досталась она 20-летней Айсулу Рамазановой, которая теперь будет представлять свой город на конкурсе «Мисс Казахстан». Звание «Первая мисс Уральск» завоевала 23-летняя Айбарша Ликерова. Олег Великий, Калбек Акрап, Акжаик Акпарат.